Хоккейный клуб «Химик» вышел на финишную прямую из четырех домашних матчей. В первой игре серии «Желто-синие» потерпели поражение от «Нефтяника» со счетом 1-4. И в матче с «Барсом» из Казани сделали все, чтобы реабилитироваться. Но счет воскресенцам удалось открыть только в начале второго периода, реализовав большинство. Не рискует. И вот теперь набросы. Да, там, по-моему, поставил кто-то из партнеров. Шайбу подправил Никита Шацкий. До окончания игры гости старались равнять счет, создавали опасные моменты, но и сами пропускали острые выпады от воскресенцев. На последней минуте игроки «Барса» снимают вратаря. Шайбу бежит на пустые ворота и гол 2-0. Александр Куваев. Напряжение не отпускало и после финальной сирены. Три очка. Плотными стыками завершается. А вот у нас стычка, похоже, что драка. Там на входе в зону показалось многим, что против Мухина был прием, там Дмитрий, по-моему, насколько я видел, сам. Последние две игры сезона «Химик» проведет на своем льду 17 и 19 февраля против хоккейного клуба «Саров» и «Ариады».